Так, должна быть флешка из Китая. Флешка из Китая. Какой помощник? Навальник. Он сказал о ваших неудеях о проведении межвузовского музыкального конкурса «Вузовидение». Он сюда совместно зашел на банкет был по случаю симпозиума. Вот директора поставил эту идею на ура. Ну еще у вас там все... Это не флешка. Это лампочки. А я думал, флешка. Тик-тик. Опаньки какие. Удивительные какие лампочки. Для УАЗика. Подойдут, нет? Завтра будем посмотреть. Вот так вот. И все видим. Фом-фом-фом. Я перебиваю. Ты честный с этим Олегом? Я на какие шиши теперь это вузовидение буду делать? Ты вообще кривучая какая. Надеюсь, хотя бы работать будет. О, да не шевелятся. Ага. Да, кривизна присутствует на лицо у лампочки. Провалилась. Ну, надеюсь, будут работать хотя бы. Так, и теперь посмотрим, как они горят, эти лампочки. Ну, относительно ярко. И полярность, по-моему, до лампочки. Полярность любая, хоть так, горят отлично. Причем выпрямитель 8 вольт. По машине будут гореть отлично. Если на 8 вольтах так горят, то в машине будет вообще зачепительно. Лампочки ништяк. Mm-hmm.